Привет. Давайте проверим звук. Слышно меня, видно меня. О, пошли плюсики, меня слышно? Слышно и видно экран. Это очень хорошо. Итак, мы начинаем сегодняшняя наша тема видео для YouTube. Где подписчики и почему меня не смотрят? Секунду. Смотрите, хотел сегодня провести с видео, но что-то у меня с устройством захвата. Не хочет у меня камера показывать. Вот буквально 5 минут назад, пока настраивался, она показывала. Ну, да ладно. Дело не в том. Раз вы видите мой экран, перейдем сразу на канал YouTube. Так, сейчас я это сверну. Перейдем на канал YouTube и посмотрим, что сейчас в тренде. Так, секунду, еще одну. Да, все видно. Так, сейчас я перейду на свой канал. Так, давайте будем смотреть видео в тренде. Почему? Вот сейчас я добавлю аккаунт, перейду на свой аккаунт непосредственно на канал. Так, ну, все видят, что я произвожу тут какие-то действия. Смотрите, это мой третий канал, который я веду. Для чего мы ведем трансляции? Для того, чтобы, например, наши подписчики, вот сколько у меня подписчиков, 1271 подписчик, к примеру. И всем приходит оповещение, что я веду прямую трансляцию. Смотрите, я тут записывал вот такое вот видео. Скорее всего, вы видели его и не раз. Сейчас я попробую его включить. Вы услышали даже звук с этого видео и увидели, о чем я говорил в этом видео. Вот это видео, вы скорее всего его все видели. У кого плохое изображение, нажмите на шестереночку и сделайте себе изображение получше. Сотни миллионов лет как жизнь на Марсе вымерла, но каким-то образом это существо выжило, что вызвало вымирание. Итак, вот это видео. Я думаю, у вас сейчас и звук есть. Должен быть звук этого видео. Итак, хотите сделать интересное видео. Вот, я показывал его уже. Много подписчиков и много денежек. Итак, начнем. Есть вот такой вот видеоредактор, называется Movavi. Запускаем его в новом окне. И делаем просто. Мы начинаем добавлять файлы. Напишите, если звук, видео, потому что я не вижу. Такой. И мы еще добавим еще один файл, который мы загрузили до этого. Ну, к примеру, будет вот этот файл. Вот, смотрите, у вас два файла. Что мы делаем еще? Мы вот этот файл перетаскиваем наверх. У вас получилось один файл на нижней стороне. Ну, звук идет, я слышу, что звук идет. Смотрите, здесь почему меня не смотрят. Технология Chroma Key. Почему меня? Ну, досмотрите видео. Можно убрать зеленый фон. Потом я вам расскажу кое-что. Как прекрасно выходит. Вы можете так? Так намного интереснее, наверное, смотрится. Теперь мы редактируем это видео. Можем мы сделать больше, можем сделать меньше. Задний фон у нас становится прозрачным. То есть сделаем его вот так. Но мы чуть-чуть поторопились, и у нас видно края. Мы делаем вот так. И мы делаем вот так. Таким образом мы обрезали. У нас чистый зеленый фон. Смотрим, что получилось. Теперь мы это можем все отредактировать. То есть мы обрежем чуть-чуть видео, которое у нас достаточно длинное. Делается это тоже очень просто. То есть мы сдвигаем за слайдер и смотрим, что у нас на данный момент получилось. Привет всем на своем канале. С вами Маркелов Борис. Хотел бы рассказать Да, совсем забыл сказать. Задний фон обязательно звук убавляйте, если он вам не нужен. Его можно как убавить, так и прибавить. А ваше видео можно здесь прибавить. Ну вот, в принципе, монтаж у нас закончен. И я здесь тоже уберу звук. Теперь посмотрим, что получилось. У нас вот получилось вот такое прекрасное видео, которое вы можете сделать сами и без каких-то дополнительных услуг оператора и еще кого-то. Если вам понравилось, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. На этом заканчиваю. Вот вы посмотрели сейчас этот ролик, который я записал. И вопрос такой ко всем, кто здесь находится. Поставьте плюсики в чат. Вот кому этот ролик понравился. У нас небольшая задержка, но я немного подожду. Кому именно этот ролик понравился, который... Вот сейчас я вам продемонстрировал, кому понравился, кому не понравился. То есть, кому понравился, ставим плюсики, кому не понравился, ставим минусы. Вот, пока я жду ответов и буду продолжать. Ваши ролики, вот именно тем, чем вы занимаетесь, смотрите. Если вы решили заняться, к примеру, бизнесом в интернете, значит ваш канал должен быть специализирован на бизнес в интернете. Если вы собрались делать развлекательный канал, то специализируйте свой канал как развлекательный. То есть я сегодня не собираюсь, это мотивирующий такой вот именно вебинар, я не собираюсь вам рассказывать, как оптимизировать канал YouTube. Я не собираюсь вам рассказывать про теги. То есть эти видео, они все у вас уже есть. То есть все, кто в нашем Все, кто в нашем чате уже есть, они имеют такую возможность доступа к нашим урокам по YouTube. Вот. И что я хотел сегодня рассказать. Вот у меня, извините, вот камера сломалась. Ну, не знаю, что случилось. Буквально перед эфиром камера накрылась. Смотрите, если ваш ролик будет интересно смотреть, вы будете набирать своих подписчиков. Вы будете набирать свою ту целевую аудиторию, которая вам нужна. Если вы создали свой канал, и я у многих вижу, да, возможно, там поначалу это надо делать. Вы, к примеру, начинаете накручивать свои видео. То есть на данный момент накручивание видео очень нехорошо, то есть и карается правилами YouTube. То есть если вас заподозрят в накрутке канала и еще в чем-то, вас просто могут заблокировать ваш канал вместе с вашим контентом и вместе с вашим аккаунтом и всем остальным. И вот сегодня хотел бы рассказать, то есть у нас в чате активистов есть некоторые люди, они снимают видео и их интересно смотреть. У нас много кто снимает видео, но у некоторых именно видео не очень интересное. То есть, конечно, извините, имен и фамилии я называть не буду, но не очень интересное видео, оно и не летит. То есть вы сами прекрасно замечаете, если вы сняли именно ролик, и он вот именно захватывает. То есть он именно интересен вашему зрителю. Вы получаете благодарного зрителя. То есть накрутка как таковых подписчиков, накрутка просмотров вам не дает никакой рейтинг, то есть и продвижение на канале YouTube. То есть своего зрителя надо завоевать. И вот у некоторых из ролика в ролик идет одно и то же. Идут какие-то повторы, ну, они повторяются из ролика в ролик. То есть они не называют что-то конкретное, то есть ну, неинтересно. Вот. Честно, вот не буду ругаться, не хочу ругаться. Просто хочу сказать, что неинтересно смотреть. То есть, ну, как сказать проще. Ваш ролик, я уже сказал, что он должен захватывать зрителя. С самых первых секунд. Чем он может захватывать вот, вашего и зрителя или человека, который просто зашел в YouTube посмотреть очередной ролик Ивангая. Кстати, если кто не знает, кто такой Ивангай, я тоже не рекламирую. Это один из ютуберов, которые получают миллионы именно с просмотров. Он снимает дурацкие ролики, у него большой рейтинг, у него много подписчиков, у него много просмотров. И он занимается именно тем, что там... Ну, не хотелось бы называть, но скажу. То есть он снимает ролики, где он рыгает, где он там еще что-то делает, где они обливаются кетчупом, где они там кока-колой себе обливаются, валяются в грязи. И вот именно эти ролики, они и рассчитаны на такую аудиторию. Наша аудитория – это те люди, которые заинтересованы в заработке в сети интернет. И вы им должны показать, что деньги в сети есть и деньги можно заработать. Я понимаю, что можно скопировать ролик у кого-то и выставить. Но когда вы поймете вот конкретно это, что человек, который изображен на видео, скорее всего так будет, что к нему все и пойдут. Потому что, смотрите, делиться надо, конечно, роликами. То есть мы команда, мы делимся вашими роликами. Я делюсь вашими роликами, вы делитесь моими роликами. И я не боюсь, что мои, например, люди уйдут под вас. То есть мы одна команда и у нас одна цепочка, где мы друг друга поддержим. И мы заинтересованы в вашем продвижении. Вот. Но если, я уже говорил, я не помню в каком на вебинаре, что я говорил уже один раз, если вы, к примеру, берете ролик Довгань Если вы берете ролик какого-то известного бизнес-тренера, и поверьте, люди уйдут именно к нему. Люди уйдут к Довганю. Или люди уйдут еще там к кому-то. Да, я иногда в чат даю там мотивирующие какие-то ролики от бизнес-тренеров, но вот на данный момент, как я помню, именно вот этих людей у меня на канале, перезалитых роликов нет, я не выставляю. То есть, чтобы люди к вам пошли, что нужно сделать? Обязательно, то есть, выделите себе небольшое время, там 30-40 минут вот, из своей работы или из своего свободного времени. У каждого есть смартфоны, у каждого есть планшеты, у каждого есть компьютеры. Посмотрите ролик умного человека и снимите такой же, только расскажите своими словами. И увидите, как это все поменяется и как люди к вам потянутся. И это уже проверено и не раз. То есть ролики, люди еще... какой категории любят ролики? У нас любят ролики хлеба и развлечений, и любят ролики, где там их ругают, либо их учат. Они смотрят эти мотивирующие ролики. И ваша задача именно, чтобы вас смотрели и чтобы у вас подписчики появлялись, снимать такие же ролики, чтобы их скачивали с вашего канала и ставили... Пускай даже они со своей ссылкой поставят. Но на этом ролике вы назовете свое имя и фамилию. У меня уже такое было, что где-то полгода назад мы занимались продвижением программы Автоскрипт. Мы ее продавали. Я записывал обзоры, как работать с программой. Даже некоторые вот здесь, вот, кто сейчас находится, они до сих пор помнят эти ролики. И... Совершенно случайно я узнал, что мои ролики использует разработчик этой программы. То есть нет, не было никаких возражений, никаких страйков я ему не посылал, потому что он ничего не вырезал, и ролик начинался «Приветствую всех, вы на моем канале, с вами Маркелов Борис». И за счет этого вот несколько человек пришло ко мне в проект. То есть это не так плохо, когда вы называете свое имя и фамилию. Еще есть такое понятие, что люди, например, снимают, и некоторые люди, например, если они сейчас нас смотрят, смотрите, вы снимаете ролик, и вы снимаете его, например, на смартфон. Да, есть прекрасная программа, которая называется Camtasia Studio, и у многих она есть. Есть программа, которую я загрузил совсем недавно, Movavi Studio называется. То есть вы ее можете найти спокойно в интернете и скачать. Можете ее купить, можете ее скачать с каких-то обменников, если найдете. То есть здесь ограничений нет. Но о чем я хочу сказать? Когда вы, например, снимаете ролик, я ролик в любом случае монтирую. И вот последнее время я послушал тоже умных людей, которые ведут свои YouTube-каналы. И вот на данной конкретной ситуации они что рассказывают? Обязательно у вашего ролика должна быть превьюшка. Превьюшка — это картинка, желательно ваша фотография с названием ролика. Красивая причем картинка. Я проводил вебинар вот по простейшей программе PizAp.ru. То есть в PizAp более-менее превьюшку можно сделать и сделать, что название вашего видео и вашу фотографию можно это скомпоновать, и нет в этом ничего сложного. После этого было такое задание сделать интро. У кого была программа, и есть программа Camtasia Studio, многие сделали интро, но интро у них получается картинка почему-то посередине экрана стоит. То есть ее прямо в этой программе можно расширить, и чтобы она была на весь экран. Желательно, чтобы она была на весь экран, вот это интро. Причем ваше интро не должно быть длиннее 4-5 секунд, потому что некоторых раздражает, меня тоже иногда, я вот когда чужие ролики смотрю, и там интро по 15, по 20 секунд, даже 10 секунд. Я просто могу выключить это видео и пойти дальше. Вот. Получается, что люди не хотят вот именно смотреть ваше интро. После этого ролик, например, вы сняли его на мобильный телефон и тут же выложили без обработки. Тоже неправильно. Вы теряете своих подписчиков. Вы теряете. То есть лучше, как говорится, вам потерять, не потерять, а именно занять 15-20 минут. У меня на ролик на 3-минутный уходит. Скомпоновать его в Camtasia, либо в Movavi Studio, в любом видеоредакторе. И выдать таким, которым он бы понравился. Вот, люди, которые будут смотреть, будут делиться им в соцсетях. И, соответственно, вы найдете своего благодарного зрителя и целевую аудиторию. Еще что хотел сказать. У многих еще бывает такое, что плохой свет, плохое изображение. Я понимаю, что не многие могут себе позволить хорошие камеры. Но в принципе это ничего страшного. То есть знаю именно каналы, где тысячи подписчиков, и я бы не сказал, что там супер HD качество, 4К, например, качество. То есть там простые ролики, но эти ролики именно захватывают людей. Интересно смотреть эти ролики, какие-то захватывающие моменты. Ваши каналы непосредственно, когда вы завели свой канал, когда вы монтируете ролик, вы смонтировали ролик, вам понравился, там показали своим домашним, если им тоже понравился. Если они не хотят смотреть, можете не смотреть, пускай не смотрят, можете заливать его на канал. Обязательно его нужно оптимизировать. То есть первоначально у раскрученных блогеров, видеоблогеров, у ютуберов это делать не надо, потому что у них миллионная подписка и просмотры они набирают буквально там за считанные часы. Сейчас, вот на данный момент, когда вы начали только развивать свой канал, вы обязательно должны сделать так, чтобы захватить зрителя, чтобы зритель вас смотрел, чтобы ему было интересно смотреть ролики. Да, вот Ирина пишет, стала делать превью последний месяц, стало больше просмотров. У меня такая же картина, да, я стал делать превьюшки, картинки. То есть, вот, вы даже можете увидеть эту картинку. Вот, эта картинка 7 Booster. То есть, их можно скачать, либо сделать скрина, либо скачать. И вот на этом канале, сейчас на нем 450 подписчиков. И этот ролик я нигде им не делился, нигде не крутил его. И уже, как можно сказать, что 12 просмотров на нем есть. Вот, смотрите. И вот еще там ролик, вот этот ролик. Это тоже превьюшка, это картинка. Такая вот красивая картинка. Там сзади меня Сочи. Спереди я стою. Написано вебинар. Вебинар на $1 миллион. Да, легко и непринужденно. То есть вот такие ролики информативные иногда надо снимать и показывать людям. То есть, кто не видел, можете зайти на мой канал, посмотреть. То есть, как готовиться к вебинарам. Вот на данной конкретной ситуации я к вебинару практически не готовился. Я всегда готовлю к вебинару технику. Техника вот иногда меня подводит. Ну, бывает и такое. Вот. И вы можете посмотреть, вот. Так, вот сейчас. Да. Смотрите. На каждом канале, то есть ваш канал должен быть непосредственно оптимизирован каким образом. То есть сразу скажу, что если у вас канал по бизнесу, соответственно, подписчиков у вас будет мало. Вам не нужно гнаться за подписчиками, вам нужна целевая аудитория. Чем интереснее у вас будет ролик, тем раскрученнее станет ваш канал. То есть можно, конечно, крутить, накручивать просмотры, но в последнее время, вот буквально несколько, там, пару недель в YouTube жесткие правила начались, и каналы начинают блокировать. Вот, смотрите, сейчас я открыл, показал теги канала. То есть у вас должны быть теги канала. То есть кто не знает, что такое теги, это слова-ключи, по которым вас люди, например, будут находить в интернете. Соответственно, должен быть ваш личный тег. Мой личный тег — это Брис Киндер. То есть второй мой личный тег — это Борис Маркелов. Ну и, соответственно, дальше по сути канала. То есть деньги, работа, обучение, блог, блогер. На русском, на английском, влог, то есть все, что привлекает людей. То есть вот этот канал, да, практически я его и не раскручивал, и не накручивал. Я его, вот даже мы можем посмотреть, что этот канал я открыл 25 мая 2016 года. Это новый канал. Я его не раскручиваю на данный момент. Он у меня так как-то в резерве лежит пока, и пока я им как таковым не пользуюсь. Давайте посмотрим еще. Вот. Посмотрим теги. Теги к нашим видео. То есть у меня вот загружена программа. Я уже говорил о ней. Называется она vidIQ. То есть по этой программе можно оптимизировать ваши видео. Смотрите, вот этот ролик, ну, 2 просмотра, потому что канал не раскрученный, соответственно, его особо никто и, можно сказать, и не смотрит. Смотрите, программа vidIQ, то есть вот с правой стороны именно вот эта программа у меня нарисована. Здесь я вижу, сколько просмотров у меня пришло с YouTube, сколько просмотров у меня пришло с Facebook. Это я уже рассказывал. Вот. Теперь посмотрим, какие теги у меня стоят. Здесь у меня стоят теги не очень привлекательные, и поэтому, видимо, никто это видео и не ищет. Потому что, смотрите, здесь стоит тег «Вебинар на миллион», «Вебинар», $1 000 000, «Просто говорите», «Да, легко и непринужденно». Откуда взял я эти теги? Эти теги берутся от... во-первых, вы придумываете их сами. Вот тег обязательно, который должен у вас личный тег быть. Вот как у меня Брис Киндер и Борис Маркелов. Все остальное... Вот все остальное отсюда, все остальные теги, это то, о чем я рассказывал в видео. И когда вы будете монтировать свое видео, и когда вот вы установите эту программу vidIQ, она, сразу скажу, она в бесплатном виде, можно ее установить, но у нее немного... будут функции обрезаны, но вам этого хватит, чтобы оптимизировать свои ролики. То есть я любой ролик могу зайти и посмотреть. Например, вы нашли какой-то популярный ролик и хотите посмотреть его теги. Теги канала можно посмотреть, теги популярного ролика. О каких популярных роликах я говорю? Давайте опять перейдем на вкладку «В тренде». Я уже с нее начинал. Смотрите, что у нас сегодня в тренде. Вот, что у нас сегодня в тренде. Смотрите, драка на чемпионате Дагестана. Топ самых мимичных щенков. Познер и Литвинова извинились перед участником «Минуты славы». Чудо-женщины и так далее. То есть, вот эту рубрику вы должны посещать достаточно часто. Ну, хотя бы раз в день, когда вы зашли к себе на канал и готовитесь выложить свой ролик. Но сразу предупреждаю, если у вас будет, например, какое-то название, либо превью какое-то не соответствующее вашему, вашему направлению ролика, например, который вы записали, сразу не рекомендую это делать. Можете поймать страйк и улететь, заблокирует вас. Самое меньшее, насколько блокирует канал, это на месяц. И самое плохое, что в этом отключается монетизация. Но монетизация в нашем случае не так важна. То есть вот эти там 3 копейки, которые идут, они особо не интересны нам. Нам интересна именно целевая аудитория по нашему направлению. Так о чем я хотел сказать в тренде? Вот, смотрите, вы должны запомнить одно. То есть вы должны выбрать более-менее название, которое идет в тренде, и переделать его под себя. То есть вы можете подобрать какой-то ролик, какое-то, может, название какое-то вам подойдет. И ролики вы обязательно должны снимать, именно чтобы вы хотели, если вы хотите, чтобы у вас были подписчики и просмотры, ролики вы должны смотреть непосредственно. То есть не смотреть, снимать по самым лучшим названиям. То есть где взять эти названия? Вот есть такой сайт, сейчас я на него перейду, wordstat.yandex.ru. То есть для чего этот сайт предназначен? Здесь вы можете искать самые популярные слова. То есть здесь показываются просмотры за месяц. То есть кому интересно, я потом уже под этим роликом, когда он опубликуется, выложу ссылку на этот сайт. Вы можете зайти туда и посмотреть, и подобрать. Итак, вы собрались снимать ролик. Вы собрались снимать ролик, и вам нужно подобрать самое хитовое название под него. Итак, вы заходите на wordstat.yandex.ru и набираете, например, какое-то название. То есть, если вам нужно, например, название по заработку, вы набираете заработок. То есть, также здесь можно... подбирать именно вот теги под ваше видео, в этом ничего не будет. Так, ошибочка. Так, сейчас обязательно вы должны быть на Яндексе зарегистрированы. Вот, смотрите, статистика по словам, показов за месяц. То есть это все запросы, которые делали люди и что искали люди со словом заработок. Смотрите, самый популярный вот этот запрос — это заработок. То есть что рекомендуют продвинутые блогеры. То есть они тоже пользуются вот этим сайтом. Ну, таких сайтов достаточно много. И что я хочу сказать, Рекомендую ставить, вот, например, если у вас сайт о заработке, и здесь вы видите статистика по словам, запросы за месяц было 1 073 000 запроса. Вот этот тег они рекомендуют ставить, это высокочастотный запрос называется. И ставить низкочастотный запрос, то есть, ну, здесь как таковых нет, смотрите, люди именно по заработку делают очень много запросов. И вот смотрите, здесь вы можете низкочастотный запрос, это 14387 запросов, которые люди, это самое меньшее за месяц. То есть вы ставите тег «заработок» обязательно под своим видео. И можете, если именно это ваше видео именно является по заработку. И можете еще поставить 2-3 тега. Вот, заработок на кликах, заработок на коротких видео, заработок на просмотре коротких. То есть вот это то, что люди запрашивали именно в сети интернет. То есть здесь же вы можете ввести и посмотреть. Вот я заработок ввел. Например, заработок вложения я напишу. И посмотрим, что нам выдаст. Вот смотрите, заработок без вложений, запросов 136 284 запроса за месяц. Это и показывает, что на вот именно заработком с вложениями, с заработком без вложений люди интересуются намного меньше, чем просто набирает там заработок вложения. То есть в интернете таких запросов очень мало. Но тем самым вы можете оптимизировать свои видео. И у вас тогда пойдут, ваша целевая аудитория вас найдет, и она к вам обязательно придет. Вот, что еще хотел сказать. Скоро будем заканчивать, через 10 минут. Что еще хотел сказать. Ролики. Обязательно делайте ролики, которые будут интересны людям. То есть, ну, вот это мой самый старый канал. Причем, смотрите, каналу моему, вот, я его создал 24 января 2011 года. Можно сказать, каналу 5 лет. Вот, и тоже могу сказать, что здесь 231 подписчик. Но эти подписчики пришли на этот канал сами. То есть ни одного подписчика я сюда не накручивал. Здесь выложены вот именно на этом канале. Это мой как тестовый канал. Это, можно сказать, начало всех начал, которые у меня было. И я здесь снимал какие-то ролики именно по работе в интернете. Ну, если кому интересно, можете зайти и посмотреть. Некоторые уже подписаны на этот канал, некоторые еще не подписаны. Ну, подписчиков не набираю особо, потому что на этом канале в основном я тестирую свои ролики. Так как здесь в основном целевая аудитория, то есть я здесь, если, ну, еще не знаю, пойдет этот ролик или нет, я выставляю его сюда, на этот тестовый канал, где живые подписчики, абсолютно живые подписчики. И они мне пишут комментарии. Если, грубо говоря, за сутки у меня здесь 10-15 просмотров, то этот ролик можно выставлять на основной канал, который работает по бизнесу. И вот здесь вот ролики, их возможно, тут просмотров совсем мало, тут 16 просмотров, 30 просмотров, 10 просмотров. Есть ролики, на которых 2 просмотра. Есть ролики вот с Еленой Стрелец, я выставлял ролики. С Ириной Агаповой я выставлял ролики. Так что думайте, смотрите. Если вы закачиваете, к примеру, чей-то ролик, если это какой-то бизнес-тренер, и думаете, что люди пойдут по ссылке, которая у вас есть под роликом, ну, это процентов 10-15. Вот. Пиарить чужие ролики можно, но их нужно пиарить как-то по-своему. Вот даже есть у меня здесь ролик, который презентация всем миром. И год назад я его выставил, и здесь всего 4 просмотра. То есть здесь этот ролик не пошел. Еще хочу сказать, что бывают ролики разные. Бывают ролики мотивирующие. Вот, например, вот такой ролик. Хочешь также прожить всю жизнь. То есть это из фильма, сейчас вспомню название. Все будет хорошо из фильма. Очень хорошо ролик летит. Закачал его в Одноклассники. Закачал его ВКонтакте. Он с авторскими правами, сразу говорю. То есть вам монетизировать его не будут. Но в Одноклассниках и ВКонтакте он очень хорошо идет. Можете себе его скачать, найти, скачать и сделать. Вот. Ну, так как я почему хотел сказать, вот и показать этот канал, смотрите. Так как этот самый первый мой канал, и сюда я вот начал заливать, и вы видите, это мои первые там эксперименты. Я пытался сюда залить вот Жириновского, который здесь не пошел. 9 просмотров. Название, ну, название вроде то же самое, но просмотров здесь всего 9. А здесь я еще заливал еще один ролик, еще одного бизнес-тренера, как выбраться из болота нищеты. Ролик хороший. Дяденька хороший. То есть давно тоже его знаю. Возможно, вы даже смотрели его мотивирующие ролики. И что хочу сказать. Вот посмотрите его ролик и сделайте точно такой же. Сейчас, ну, общее я расскажу. В общем, в чем. Он ходит по лесу, в лесу находится болото, и он рассуждает о жизни. Вот именно такие ролики вы должны снимать. Вот именно такие. Если у вас нет возможности снимать такие ролики, вспомните и посмотрите ролик, который я показывал в начале вебинара, где я монтировал с применением системы Chroma Key. Все очень просто. Эту систему можно применять как и в Camtasia, так и в любом видеоредакторе. Есть такая система, которая убирает сзади зеленый фон. То есть вы снимаетесь на зеленом фоне. После этого вы включаете функцию Chroma Key, убираете этот зеленый фон. Фон сзади вас становится прозрачным. И вот именно на задний фон вы можете установить все, что угодно. То есть, если вы хотите, можете установить там красивую картинку, если у вас нет возможности выбраться куда-то. Если вы хотите, вы можете подставить там свое видео. Вот последнее время, кто смотрит наши видео, они последнее время вот так мы оживляем свои ролики. То есть мы можем собраться куда-то поехать, но иногда вот получается так, что приходится снимать дома, и чтобы не было одного и того же фона. Да, здесь хороший ремонт мы сделали в новой квартире. Все отлично, можно сниматься где угодно, все хорошо. Только, ну, приедается этот фон. А вот этот зеленый фон, он скрашивает. То есть вы можете подставить пальмочкой, вы можете подставить туда морской прибой. И уже вы, вот на этом этапе, вы получите своих непосредственно первую свою целевую аудиторию. Вот, потихонечку сейчас будем заканчивать. Готовьте свои вопросы, если у кого какие-то есть. Я знаю, что вопросы есть, и эти вопросы в основном потом уже в личку, в чат льются. То есть можете задавать вопросы, я пока буду продолжать. Вот, что с зеленым фоном? Если вы не знаете, что такое Chroma Key, все достаточно просто. Вы в YouTube можете набрать Chroma Key. Chroma Key, вот первый. Вот, и здесь есть ролики, которые мы непосредственно тоже скоро, они у нас появятся. Мы сделаем такие ролики и будем учить вас, как разнообразить, как вот это оживить ваше видео просто. То есть и вы увидите, что просмотры и подписчики у вас начнут повышаться. Вот, если вы не знаете, что такое Chroma Key, спросите в интернете. Вот именно откуда я отсюда же узнал, что такое Chroma Key. Причем вот этому видео, как установить Chroma Key у себя дома, ему 5 лет. То есть меня вот заинтересовало, как люди делают на заднем фоне, там запускают свое видео. Вот, здесь есть короткие ролики, есть длинные ролики. И там все рассказано до мелочей. То есть оживляйте свои, именно вот свое видео какими-то новшествами, которые люди еще не видели и то, что они хотят видеть. Вот, сейчас пройдусь по чату. Так, вопросов я так смотрю, что нет. Вот, хотел бы еще что спросить. Что я хотел спросить? Кому что, вот у кого какие есть вопросы и какие вебинары вообще вы еще хотите посмотреть? Какие вопросы вам рассказать? Просто я не могу читать ваши мысли на расстоянии и вообще, что вам интересно. Потому что, скорее всего, во вторник будет очередной урок по нашей школе для новичков. А я до сих пор не знаю, о чем вам рассказать. То, что знаю я, первоначально вы не поймете. То есть это я знаю, для меня это просто, и я знаю, что для вас это сложно. Вот, откуда я черпаю знания, вот именно под этой трансляцией, под этим видео будет ссылка на школу YouTube. То есть есть такой блогер, зовут его Панда. Вот он открыл свою школу YouTube. Я в нее поступил, я в ней учусь. То есть обучение, как и везде в интернете, нет ничего бесплатного. Обучение платное. То есть первые несколько уроков стоят 79 рублей. Если кому-то интересно, пройдите по ссылке. То есть вот на этот канал, посмотрите, о чем он рассказывает. И там же будет ссылка именно на школу YouTube. То есть под каждым видео есть ссылка на школу YouTube. Кому интересно, можете подписаться и посмотреть. Там он рассказывает, как вот то, что я вам сегодня рассказывал, как оптимизировать видео, как подготовить канал, как построить свой канал, какие картинки использовать, какие превьюшки, где эти превьюшки делать, где брать описание под видео, где брать хэштеги. Мы заинтересованы, вот мы с Ириной заинтересованы в вашем продвижении, но вот получается так, что некоторые видео не очень нам нравятся, которые вы снимаете. То есть я не буду называть людей, они все себя узнают. То есть, когда посмотрят этот вебинар, либо еще что-то. Будьте интереснее, больше эмоций, больше интонации и креатива. А вообще люди любят что? Они любят, по большому счету, либо скандал, либо веселье какое-то, либо... Если вы даже начнете руками размахивать перед камерой, это тоже будет плюс. Это тоже будет плюс к вашему видео. То есть поехали на рыбалку, сняли видео о заработке в интернете, пошли куда-то на шашлык, сняли видео, пошли, ну я не знаю, по дороге в магазин, сняли видео, сняли очередь и рассказали что-нибудь, что вы думаете об этой очереди. Вот. И давайте уже выходить из общепринятых рамок и будем идти дальше и быть лучше всех, быстрее всех и богаче всех. Вот. Ну, раз вопросов нет, на этом я буду заканчивать. Всем доброго вечера. Кто еще не поделился этой трансляцией, можете поделиться ей в соцсетях. Запись будет доступна для всех. Можете ее скачивать себе на канал, устанавливать, соответственно, со своими ссылками, со своими тегами. И я думаю, вот именно таким образом мы раскрутимся и пойдем дальше. Вот, хотелось, конечно, сегодня провести с видео, но техника нас подвела. На этом заканчиваю. И, как говорится, если нет вопросов, всем привет. А теги обязательно запрашивать в Яндексе. Мария, можно не запрашивать теги в Яндексе. Можете проставлять свое имя, фамилию и теги непосредственно, как вам сказать, по ролику. То есть о том, что вы говорите в ролике, такие теги можете запрашивать. Теги в Яндексе нужно запрашивать, чтобы поднять ваше видео, ну, как в рейтинге просмотров. То есть, чем популярнее будет запрос, тем больше вариантов, что ваше видео выстрелит где-то в топе. Возможно, вы можете снять видео, оно не будет супер гениальное, оно не будет там, ну, как на Оскара тянуть, но люди его будут смотреть. Вот для этого теги нужно брать из Яндекса. Но их можно брать не только из Яндекса. Можно теги брать из Гугла. Теги можно брать откуда угодно. То есть вот таких систем, ну, самый, можно даже запрос сделать в том же Яндексе, то есть не Яндексе, в Гугле, самые популярные видео. Но самые популярные видео я вам уже показал. Это вы заходите в тренде и смотрите самые популярные видео, что на данный момент интересно людям. Вот. И вы же можете набрать тот же самый запрос. Смотрите. Смотрите, вот самый популярный запрос идет. Это заработки в интернете. И вот смотрите название этих роликов. Вот, сейчас я, Степан, я сейчас отвечу на ваш вопрос. Смотрите, вот именно заработки в интернете. Вы можете копировать вот эти названия. Ну, соответственно, заработать в интернете, заработок в интернете 2017, например. Смотрите, вот эти ролики какие-то набрали 500 000 просмотров. Мальчуган он какой-то проводил. Вот, какие-то 600 тысяч, какие-то 100 тысяч. Как заработать в интернете? И вот, возможно, если вы, например, название будете брать с топовых видео, возможно, ваш ролик окажется тоже здесь. Вот для этого нужны теги и названия, соответственно. Чем интереснее будет название, тем лучше для вас. Теперь отвечаю на вопросы Степана Душечкина. Вебинар «Как создать сайт-одностраничник» есть у меня на канале. То есть сейчас я после вебинара тебе скину. Если что-то не разберешься, проведем дополнительный вебинар по Виксу. Если есть у кого-то еще вопросы, задавайте. Не хочу вас больше отвлекать от ваших дел, потому что в воскресенье многим завтра на работу. Если вам все было понятно, давайте поставьте плюсики в чате и будем уже заканчивать. И я жду, конечно, вопросов в личку в чате, либо в чат... Для начинающих ваши вопросы по следующему уроку. Ну, если у вас вопросов больше нет... Значит, на сегодня мы будем заканчивать. Так, я жду плюсики в чат. Заканчивать, не заканчивать? Если хотите, закончим. Ставьте плюсики в чат, чтобы я закончил. Все, я заканчиваю. Плюсики пошли. Всем доброго вечера. Всем пока.